Православный календарь, седмица 21 по Пятидесятнице. Восьмое ноября, понедельник, день великомученика Димитрия Солунского. Девятое ноября, вторник, день преподобного Нестора Летописца. 10 ноября, среда, день постный, день преподобного Иова, игумена Почаевского. 11 ноября, четверг, день преподобной мученицы Анастасии Римлянины. 12 ноября, пятница, день постный, день священномученика Зиновия, епископа Егейского и сестры его Зиновии. 13 ноября, суббота, день священномученика протоиерея Иоанна Царскосельского, Петроградского. 14 ноября, воскресенье, день бессеребренников и чудотворцев Косьмы и Дамиана, азийских, и матери их преподобной Федотии. 2 ноября. Православный телеканал Добро ТВ желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. До встречи на следующей неделе.